Уже не первый год талантливые российские исполнители приезжают на Ямал. При этом, наряду с концертной деятельностью, важной частью своей жизни, они считают преподавательскую работу. На этот раз уникальная возможность поучаствовать в мастер-классах ведущих музыкантов страны появилась и у воспитанников и преподавателей Губкинской школы искусств. И вот это мероприятие, оно нацелено на повышение профессионального мастерства преподавателей. Юные дарования с волнением готовились к встрече. Каждому хотелось показать все, на что он способен. Мне больше нравятся такие зажигательные произведения, но больше мне получается сочинять такие лирические. На мастер-классах царила искренняя и творческая атмосфера. Конечно, за такое короткое время невозможно передать свой опыт и поделиться всеми секретами мастерства, говорят музыканты. Но главное – помочь преподавателям раскрыть творческий потенциал учеников. Новые методики преподавания – это очень интересно для начинающих специалистов, для молодых специалистов. Вот я думаю, для более постарше преподавателей тоже полезно. И вообще услышать другое мнение – это очень хорошо и... Думаю, на перспективу это очень хорошо повлияет. Возможно, какие-то разные точки зрения. Можно смотреть на один предмет под разными углами, и вот это очень важно. И поэтому это общение, оно всегда очень обогащает. Несколько часов, отведенных на мастер-классы, пролетели незаметно. Впечатления у всех участников остались самые позитивные. Приятное очень ощущение от уровня подготовленности учеников. Очень понравилось, насколько они отзывчивы и внимательны к тому, что я говорю, как они быстро реагируют на смену ситуации в музыке. В общем, я ими доволен. А вечером для всех любителей музыки состоялся замечательный концерт. В исполнении Рема Урасина прозвучал целый цикл фортепианных произведений Шопена. Его называют одним из самых романтичных пианистов, посланником Шопена. Классические современные произведения, инструментальные обработки и авторские композиции, виртуозное выступление артистов зрители сопровождали бурными аплодисментами. По признанию музыкантов, этот концерт и стал главным мастер-классом для юных слушателей и преподавателей. А любители музыки получили уникальную возможность прикоснуться к многогранному творчеству виртуозных исполнителей. Я в восторге, честно говорю. Большое удовольствие получили от концерта. Я, честно говоря, первый раз такое слышала у нас в Губкинском. Главный мастер-класс, наверное, и для нас очень важный. То, что мы можем поиграть и как-то вот в таком общении. Вот некое общение такое человеческое, музыкальное, творческое. Вот все это вместе, вот как бы вот в течение всего нашего сегодняшнего дня такого насыщенного, оно, конечно, я надеюсь, принесет какой-то результат. В рамках творческого тура своим исполнительским и педагогическим мастерством музыканты поделятся с жителями других городов Ямала. Их мастер-классы и концерты состоятся также в Лабытнангах и Ноябрьске. Ирина Заикина, Денис Гонцов, новости Губкинского.